Ух, ебать. Добрый день, у вас есть по отдельности шестеренки? На 5 и на 4. Ключи есть, а какие у вас размеры? На 5 и на 4 треба. Головки чи ні? Шестеренки. Шестеренки, такі от. Угу. Я самозащитник. На 5 и на 4. Маленькі. Бедный котик. Бэкфлип с этого степдауна было делать очень страшно, намного страшнее, чем то, что я буду делать сегодня. Но это не значит, что сегодня будет скучное видео, и мне точно так же страшно, как было тогда. Я поднялся под горку, и у меня сильно болит сердце. Я не могу вдохнуть воздух до конца, и оно начинает колоть еще больше. У меня серьезные проблемы сейчас с сердцем, из-за носа, я не могу дышать. Но учитывая этот факт, я пришел все равно сюда для вас. Как видите, я пришел на дёрты. И здесь никого абсолютно нет. Я просил поддержать меня, прийти моих друзей, но им не выходит. Они заняты, как всегда. Но это меня не останавливает. Я могу и сам кататься, сам себе снимать. Потому что у меня 50 тысяч, я люблю вас очень сильно. И для вас я готов на все. Неважно, что мне болит сегодня. Сложно ли мне дышать, колет ли сердце. И если у меня друзья с кем покататься, я иду сам и делаю это все для вас. Сейчас хочу обратиться к тем, кто попал на мой канал впервые. Спасибо, что зашли. Послушайте это. Если у меня, у человека, которого уже 8 лет канал на ютубе, но он набрал только 1000 подписчиков за 8 лет, и потом за 3 месяца набрал 50 тысяч подписчиков без какой-либо рекламы, я не покупал рекламу и я ее не продавал. У меня нет денег, я нищий. Если я набрал 50к... За 3 месяца без рекламы мои видео чем-то интересны и достойны. Поэтому я попрошу вас дослушать до конца и не перематывать. Я не буду много разговаривать, но вы обязательно должны это услышать. Потому что не будет никакого смысла в просмотре этого видео, если вы не услышите историю маленькую от меня. Вы спросите меня, почему я сегодня нахожусь на дёртах, а не в карьере. У меня же 50 тысяч подписчиков. Я же многим отвечал на этот вопрос, каждый день писал новости ВКонтакте. Но я расскажу еще раз сейчас на видео. Иногда в жизни случается, точнее приходят такие моменты, когда нужно начать думать головой. И они о том, что прыгать 10-метровый дроп или не прыгать. Я раньше постоянно, очень часто прыгал такие дропы, и хоть и на подвесе, я нашел идеальный дроп с идеальной приземкой резкой, который я уверен на 100%, чтобы приземлил на хартеле. Но... Почему я начал думать головой? Потому что если бы я начал чистить этот дроп, ушло бы у меня ровно месяц, не меньше, это точно, если бы я каждый день по 10 часов чистил этот дроп. И поэтому я подумал, если я месяц не буду выпускать видео, у меня опять будет та же ситуация, что была 10 лет подряд. Я не буду получать катание удовольствия, не буду получать денег, потому что я буду все время копать, распрыгну, это мне ничего не принесет. Я понял, что подписчики меня любят не за то, что я прыгал с 10-метровых высот раньше и ломал кости, за то, что я показываю пример и даю им мотивацию. И сегодня я хочу показать именно такой пример вам. Почему я нахожусь на дёртах, хоть я фрирайдер и не катаю дёрджампинг. Я никогда не катал дёрджампинг и стрит. Я всю жизнь катал фрирайд. Кому трудно прочитать, что такое, это езда в горах. Ты спускаешься с гор по тропинке, которой ты хочешь. Хочешь прыгаешь, хочешь съезжаешь, хочешь по корням, по лесу, в дождь. Неважно, ты просто ездишь на своей волне, по своей трассе, куда ты хочешь. Именно такой стиль я катал 8 лет. Очень редко я выезжал на дёрты или на стрит изучать трюки, поэтому я трюков вообще не умею. У меня совсем другой стиль. Но мне нравились некоторые трюки, особенно мото-трюки, поэтому я их начал изучать. В связи с травмами, полученных во фрирайде, я не мог тренироваться, потому что я полгода лежал в гипсу, месяц-два катался, опять лежал в гипсу. Я очень редко катался, поэтому скилла
я не мог набрать, и трюков изучить у меня не было времени. Но после травмы спины, после 3-летнего перерыва, купил хардтейл и начал развивать свою технику. И в прошлом году я начал катать Dirty Street. Да, уже второй год я катаю Dirty Street, потому что на фрирайд денег нет. Я бы катал его, но... Нужны деньги, чтобы путешествовать, чтобы обслуживать велосипед. Я понял, что это все бессмысленно, когда ты на поломанных запчастях прыгаешь, ломаешься, и у тебя нет возможности путешествовать по профессиональным трассам, и ты строишь всякую, ну, жесть какую-нибудь, получается, построить, убегаешь от охранников постоянно. И за 10 лет я понял, что это уже как-то бессмысленно, и нужно что-то делать такое, что ты, чтобы принесло тебе пользу, и каждый день ты сможешь тренироваться и получать от этого удовольствие. И чтобы не нужно было копать целый месяц, а потом распрыгнуть. Я решил катать Dirt Street. Трюков я изучил мало и мало чего умею, но все-таки сегодня пришел изучить один из них. Самый простой велосипедный трюк, но он меня больше всего пугает. Почему? Потому что никогда не практиковался. Если ты делаешь один трюк каждый день на протяжении многих лет, как я бэкфлип 8 лет умею, мне его не страшно делать. Но барспин я очень боюсь. И сегодня я хочу сделать барспин. Да, для меня это вызов самому себе. Да, я делал бэкфлип насинг, это первый, кто во всем мире сделал его на горном велосипеде. Да, я делаю бэкфлип хилл-клитер, его делает всего несколько человек в мире. Да, я дабл бэкфлип 7 лет назад посадил первый в Украине, в России, на МТБ. Я делаю безумные трюки. Но я боюсь сделать барспин, который делает миллионы людей, миллионы. Потому что я хотел всегда снимать крутые видео и делать самые крутые трюки. А о мелких, таких мелких трюках, которые все делают, я не задумался. Мне было это неинтересно, они же для лохов. Зачем мне такие трюки? Но спустя 10 лет я понял, что... Барспин, его можно делать везде, абсолютно, не тратя энергии, а чтобы сделать бэкфлип, хилл-клитер или даблфлип, нужен большой трамплин. Все идеально, чтобы было большие трамплины, тренировки и так дальше, и нужно это постоянно повторять, это сложные трюки. Барспин можно делать абсолютно везде, каждый день, хоть по 100 раз на день. Я решил, мне нужно его изучить, чтобы я мог его абсолютно везде делать, и сегодня я пришел сражаться именно с этим трюком. Если вы сейчас посмотрели это видео без предисловия, вы подумали, блин, этот чувак делает какой-то барспин на 50к, он что, с ума сошел? На 5к был фронт с дропа плоского, здесь барспин. Да, на самом деле, есть такие вещи в жизни, когда ты делаешь какой-нибудь очень крутой трюк, и все думают, о, блин, какая жесть. А какой-то чувак сделал простой трюк, все посмотрели, отстой. Но для этого чувака, который сделал простой, ему было намного тяжелее сделать какой-нибудь крэнфлип, чем 720, например. Потому что он крэнфлип никогда в жизни не делал, и это для него был вызов. А 720 он делал каждый день на протяжении многих лет. И поэтому не подумайте, что если барспины делаю, это отстой. Нет, мне очень страшно, я очень боюсь, потому что я его никогда не делал. Я только в этом году начал учить барспин. В этом году первый год мой, когда я учу барспин. И уже сейчас я хочу его попробовать на дёрте. И я не знаю, у меня разряжается батарея, поэтому смотрите, что с этого выйдет. Я сегодня сам, мне очень страшно, но я постараюсь для вас его сделать. У меня 50к подписчика, я очень сильно люблю. Смотрите дальше видео, что будет, получится ли это у меня или нет. Меня никогда не интересовали велосипедные трюки, точнее бмиксерские, вращение руля, вращение рамы, барспин и тейлвип. Мототрюки меня интересовали больше, но так как я начал кататься на хардтейле и больших трамплинов у нас нет, мне нужно взяться за этот трюк велосипедный и добить его. Хоть он мне не нравится, но я должен преодолеть себя, и это просто сильнейший вызов для меня сегодня. Фух, мне очень страшно, но я готов для вас. Посмотрим, что с этого выйдет. Так как у нас нет поролоновой ямы и некуда тренировать, я буду сразу землю учить, но я воду учил, это совсем не то, потому что там степ-даун, здесь степ-ап, и все будет очень по-другому, очень.
Сейчас я хочу зарыхлить приземление, чтобы оно было более-менее мягкое, и буду пробовать. Нужно убрать сначала дырку, которую кто-то оставил. Shut up, with you. Shut up, I'm talking with you. Shut up, I'm talking to you. Everything you say to me. Got 99 problems with a bitch ain't worth it. Когда катаешь один, слишком много мыслей. Слишком много мыслей. Слишком много мыслей. Слишком много мыслей у меня. Надо кататься, потому что накручиваешь себя уже страшно. У меня, помните, видос был там с коленом проблемы. В общем, такая же ситуация повторилась спустя 2 месяца. Опять здесь вот что-то закололо, и я не могу им выпрямить колено. А, короче, с коленом у меня еще проблемы, не хватало этого. После воды, после прыжка в воду, когда я тренировал этот трюк, вот такая вот проблема. Уже не слышно. О, слышите? Рулевая хрустит, туго крутится, поэтому взял смазку. Сейчас все сделаем. Вот почему нужно перебирать. Смотрите, байк. Вода в выносе после воды. Я вся в воде, даже ржачина начала появляться. Нужно вытирать это все, чтобы не было. Взять тряпки или туалетной бумаги. Все мокрое, нельзя. Остается все. Блин, ё-моё. Природа спасает. Извините, листья, извини. Сейчас мы все протрем. Ура, Илюха приехал ко мне. Теперь я счастлив. Я не один. Ну все, перебрал рулевую. Сейчас с ума сойду от страха, пока это все делаю. Так страшно стоять. Побыстрее бы начать прыгать. Ну вот, вскопал. Теперь можно прыгать. Не забывайте, ребята, делать разминку. Сейчас разминка, и потом только прыгать. В общем, треснул у меня болт вынос, я хотел затянуть рулевую. Буду без него. Блять, я не могу скопать, ничего сделать. Тут мало полета. В общем, не получилось у меня сделать бэкфлип бэкспин, хотя вот его делал здесь совсем другой трамплин. Но я вас разочаровать не могу, у меня же 50к. Я попробую другой трюк, который я тоже не умею, так как у нас нет поролонки, но у меня почти получалось, сейчас я его попробую для вас. О! Со второго раза! Лёха, до этого вню! Худак! Я безумно рад! Ты снял? Да. Со второго раза! Чувак, со второго раза еще раз! Пиздец! Илюха мне очень хорошо снял, потому что он отступил шаг назад, когда снимал, камера трусилась. Сейчас попрошу еще раз снять, хорошо? Нормально. И я попробую чище вземлить. Ё-моё.
О, це больно було. Куда, курва? Куда, курва? Куда, курва? О, так руку поломать можно, аж хруст сейчас. Блядь, все закрытись. Это жестко было. У меня здесь заглушка валяется после падения, а велик аж внизу. И сейчас нужно вылет немножко отреставрировать. И попробуем еще раз. Один болт не держит, но я попробую еще раз. Для вас, любимых. Бля, короче, я думаю, что нужно потренировать пока что еще. У меня этот трюк. Три дня назад ездил на воду, научился воду делать бэк-эксап, бэк-бар несколько раз, но сюда я не смог сделать. Думал вас удивить и сделать бэк-бар спин сегодня. Уже подготовил вас комментариями, но ничего не получилось. И это такой спорт, я не знаю, что у тебя получится, что получится. Корк я делал 3 года назад в поролоновую яму, и после этого я его испортил и не мог сделать. Забил на год или полтора, и вот сейчас вспомнил воду и сделал на степапе. Вот я ехал сюда, тренируя бэкфлип и бэк-эксап. Ну раз 20, наверное, 20 прыжков или 30 воду было, очень много. Бэкбар, бэкбар, бэкбар. Раза 4-5 подряд сделал точно. И думал, что я сюда сделаю. А корк я всего сделал один раз на 2 колеса. Я был уверен, что я его не сделаю. Но корк сделал, а бэкбар не смог, потому что даже бэк-эксап не смог. В общем, это такой спорт. Я сделал этот челлендж. И спасибо вам за то, что вы смотивировали меня на 50к новый трюк сделать. Вы даете мне большую мотивацию, за это я вас очень сильно люблю, которой у меня нет. Потому что нет денег, велосипед ломается, и кататься совсем не хочется, травмы эти все. Но несмотря ни на что, я приехал сегодня в землю, новый трюк благодаря вам. Спасибо за то, что вы есть, я вас очень сильно люблю. И сейчас еще раз поснимаем немножко, попробую еще раз корк, наверное, и несколько трюков, которых я умею, Люк снимет. Ладно, отдохну. И нужно еще поснимать. Блять, курва! Твердо впал, бать, пацан, надо скопать тоже. Все. Ух, ебать. Все нормально, просто дыхал. Сука. О, бля. Ой, хрустнула спина аж. Это ты жестко завалился. Да я просто захотел выкопить, блядь, крутить. А, аж копчик цепляет, блядь. Даже мягкую тему. Блять, я просто резко дернул на вылете, чтобы докрутить и выкатить. О, хрустнуло. И сегодня у меня хрустнула спина несколько раз. Даже мягкую землю, как я упал. Ё-моё, чувак. Ты шо? Стекло. Представляешь, если бы я на него так упал чем-то. Блин, дыхал кош. Аж, блядь, сжало все нахуй. Все, я отдыхаю. Знаю.
теперь для вас обещанный барспин. Для вас, дорогие подписчики. Еще бы флеер закрепить. О, курва. Шприцы ёбнули, походу. Бля. Две. Дивись, снимаешь? Да. Снимай. Китайский стан. Ох, ебать. Робот поломался? Да, две штуки. Он был треснут у меня. Это еще после воды, вот болт с ржавелой, в том году еще в воду прыгал. Не на этих ободах тоже. И со временем оно изнашивается и без воды, а это еще с водой. Да, включилось. Еще одну? Бля! Блять, и тоже зоба, да? Чи це та сама? Нет. Не та сама? Вот, это старше. Один, два, это три. Блин, мне нельзя так приземляться. Дай-ка. Все, еще раз и все. А, уже не раз. Уже все. Все. Три. И плеча у тебя нет? Угу. Нет? Для спиц, все, накатался. Пальцы забыл. Вот последствия того, что я катаюсь очень редко, потому что я предыдущие двое суток вообще не выезжал на велику. Если бы я выезжал хотя бы на часик два вечерком, я бы не забывал, как кататься. Так я сижу по 2-3 дня, не выходя вообще из дома, монтируя видео, и потом один день выезжаю 1-2 дня в неделю, максимум я катаюсь. И поэтому вот я флеер его уже здесь сделал, и сейчас не могу сделать. Вообще забываются трюки, и чтобы я имел больше времени на тренировки и смог нормально кататься, я буду выпускать видео 2 раза в неделю вместо 3. Так что извините за это, но я не могу снимать все время, монтировать, а кататься всего 1-2 дня в неделю. Помогло? Не, вроде. Оно вообще не пружинит колесо. Вот на 50к для вас, ребята, трюки. 50к, все для подписчиков. Ободы жопа. За 13 гривен это не сок, конечно, но дешево можно взять. Лёка. Китичка встречает меня. Я сделал корк кит. Корк 720 кит. Хлам этот уже надоел. Как видите, я уже добрался домой. 50к челлендж я взял. И это был на 10-метровый дроп. В 10-метровом дропе я больше имел уверенности. Я уверен был, что с первого раза в землю. Но 720 корк мог быть с 30-го, с 20-го, но мне повезло, я сделал с 2-го. И я понял, что нужна все-таки поролонка, в землю падать очень больно. Нужно еще застабиливать в поролон все-таки эти трюки. Нельзя их учиться на землю, потому что можно сильно травмироваться. И я решил, этот трюк буду стабилить, конечно же, делать на дертах, но для начала нужно построить поролонку. И благодаря вам за то, что вы со мной, я безумно сильно рад этому и благодарю вас еще раз за это, за то, что вы делаете репосты моих видео. И мне, именно благодаря вам, подписчикам моим, у меня 50 тысяч сейчас вас, за то, что вы привели своих друзей, рассказали о моих видео, о моем канале. И именно поэтому у меня скоро будут деньги, я смогу построить поролон, тренироваться, стабилить этот корк, делать тот же бэкбарспин уже не в воду, не ломая железо. Как вы видели, у меня отломался болт сегодня. У меня выломались спицы. Велосипед просто разваливается от этой воды, потому что я в прошлом году прыгал в воду, тренировался в этом году. И тренироваться несколько дней в год – это вообще не толк, потому что, блин, тепла у нас несколько дней в год всего-навсего. И поэтому благодаря вам у меня будет возможность тренироваться целый год.
я смогу эти трюки застабилить и взять тот бэк-бар, который я сегодня хотел для вас сделать, и еще больше, намного больше. Спасибо вам за это, что даете мне эту возможность. Я вас очень сильно люблю, 50 тысяч подписчиков. Спасибо, что вы со мной и помогли мне без денег, без какой-либо рекламы добиться этого успеха. И я безумно рад, я могу просто часами говорить о том, как я вас люблю и как я вам благодарен за то, что вы помогаете мне развиваться. И до скорых встреч. Следующий шаг для меня – это я буду сражаться сам с собой. И следующий шаг – это бэкфлип, барспин. Что там еще? Тейлвип. В общем, велосипедные трюки, которые я не люблю, вращение, эти руля, рамы – это следующий шаг, потому что я врываюсь в дёрт. И буду прогрессировать. Спасибо вам за то, что вы со мной и даете мне возможность не унывать, даете шанс насобирать денег на операцию, на поломку и прогрессировать, и жить нормально, как человек. Я за вас за это очень сильно люблю. Спасибо. Peace.